Тем временем МВД направило в правительство пакет предложений по изменению в правилах дорожного движения. По инициативе полицейских на дорогах могут появиться новые знаки. Будет введено официально понятие парковки, а скорость движения по магистралям может вырасти до 130 км в час. Сейчас 110. В первую очередь, что касается знаков, в ближайшее время некоторые из них могут сменить привычный белый фон на желтый. К примеру, ограничение скорости, сужение дороги или дорожные работы. К тому же инициаторы поправок предлагают ввести четкое понятие парковки. Причем полицейские предлагают наделить местные власти правом эвакуировать неправильно припаркованное авто.